И чем больше вы оставите отпечаток в коллективное. И это будет иметь очень долгий эффект. Multidimensional human. Межпространственный человек. Multidimensional expressions. Межпространственные выражения. Multidimensional energy of love. Межпространственные энергии любви. What will it look like? Как вы будете выглядеть? How will it feel? Как это будет чувствоваться? As you move into this greater consciousness. Когда вы будете переходить к этому великому сознанию. Take a breath. Сделайте вдох. And observe yourself within the energy of your heart. Понаблюдайте себя в области сердца. And just beneath the heart is the energy of self. Под сердцем находится энергия самого себя. The expression of your being. Выражение вашего существа. As a multidimensional. Межпространственного. Will imprint. И это оставит отпечаток. On an intergalactic reality. Межгалактической реальности. There's that word again. Вот оно, это слово. The опять. One that creates ripples within the channel. То, которое создает столько всего помех в этом ченнелинге. And so we ask her to take a breath. Поэтому мы просим вас сделать еще один вдох. For we wish to talk about an intelligence, a consciousness. Потому что мы желаем поговорить о сознании, об интеллекте. That will expand your awareness of what it means to be intergalactically intelligent. Которое расширит ваше понимание того, каково же оно быть межгалактически интеллектуальным. That which you understand as intelligence now. То, что вы понимаете сейчас как интеллект. It is a place where we once were. Это место, в котором мы однажды были. Where we are now. А то, где мы сейчас. You will one day be. Вы будете здесь однажды. Very soon. Очень скоро. As the foundations of your being change. Когда основа вашего существа изменится. We ask you to feel in this moment the expansion of your consciousness. Мы просим в это мгновение вас ощутить расширение вашего сознания. The smooth, silky energy that radiates from the heart all the way through to the crown. Гладкие шелковые энергии, которые излучаются из вашего тела до самой макушки. We ask you to observe the energy in your hands. Мы просим вас понаблюдать за энергиями в ваших руках. What are you sensing in this moment? Что вы ощущаете в это мгновение? For the expression of the intelligence will come through every cell in your body. Так как выражение интеллекта проходит через каждую клеточку вашего тела. It is a waking up time. Это время пробуждения. It is always a waking up time. Это всегда время пробуждения. However, there are some moments when there is this quantum leap in one's understanding. Тем не менее, в некоторые мгновения происходит квантовый прыжок в человеческом сознании. And that moment is now. Этот момент прямо сейчас. Again, observe the energy within your hands. Итак, понаблюдайте за энергией в ваших руках. You may take that energy and place it within your heart. Вы можете взять эту энергию и переместить ее в ваше сердце. Honor, unite all that is within you. Почитайте и объединяйте все, что внутри вас. Balance, become. Балансируйте и становитесь. Redefine that which you perceive as the energy of love. Дайте новое определение тому, что вы понимаете как энергию любви. Redefine that which you perceive as the expression of your reality. Дайте новое определение тому, что вы воспринимаете как частью вашей реальности. And what is possible? Частью того, что возможно. Even now in this moment, observe the energy around your brain and around the crown. Даже сейчас в это мгновение понаблюдайте за энергиями вокруг вашего мозга и вашей макушки. For there is a resonance we are sharing in this moment. Потому что существует резонанс, которым мы делимся сейчас. And it surrounds you completely. И он полностью вас окружает. And that resonance is more of who you are. И это резонанс то, кем вы являетесь.
You will leave this place. Вы уйдёте из этого места. And return to the details of your life. И вернётесь к деталям вашей ежедневной жизни. We have asked you over and over to think with your heart and feel with your mind. И снова просили вас чувствовать своим сердцем. We have offered you the lattice. For indeed, the lattice comes from the wisdom of the feminine divine, given in such a way. Мы предложили вам пользоваться решеткой, так как она идет из мудрости божественного жеста женского, переданная таким образом, so that you may make home in this dimension. Чтобы вы могли сделать домом это измерение. It is time for more of you to become present. Пришло время, чтобы большая часть вас стала присутствующей. Observe the taste within your mouth. Понаблюдайте за ощущениями у вас во рту. You are indeed carbon, chemical, electrical, and light. Вы действительно углеводны, электричны, и вы свет. And as the light increases within you, the chemical components will change. И когда вы увеличиваете количество света внутри вас, эти компоненты начинают меняться. For there are electrical chemical connections to make. Так как существуют электрические химические соединения, которые нужно сделать. That will bring you great benefits. Которые принесут вам пользу. You've heard them before. Вы слышали это раньше. Better health, longer life. Больше здоровья, дольше жизни. Most importantly, the peace that unity brings within you. И самое главное – это мир, который приносит это единство внутри вас. So that you imprint your own life with the energy of peace. Чтобы вы могли отпечатать свою жизнь этой энергией мира. And you imprint the collective with the energy of peace. И чтобы вы могли оставить отпечаток на коллективном этой энергии мира. Multidimensional human. Межпространственный человек. There are new ways to learn as you become more aware. Есть новые способы познания в то время, как вы становитесь более осознанными. Of your existence on many levels. О вашем существовании на многих уровнях. Take another breath. Сделайте еще один вдох. As you take a greater role. Когда вы будете брать большую роль. In the universal reality. Во вселенской реальности. We ask that you be willing to learn. Мы просим, чтобы вы желали учиться. To understand. Понимать. To know what it means to hold the very core of your being. И знать, что же это значит держать сердцевину своего собственного существа. And walk the planet. И ходить по планете. In the energy of wholeness. В энергии целостности. And love. И любви. New words to come. Новые слова идут. New language to understand. Новый язык для понимания. One more adjustment before we leave. Еще одна настройка, прежде чем мы уйдем. And it is energetically through the spine. И это передается энергетически через позвоночник. The way you have supported yourself. То, как вы поддержали себя. In this world. В этом мире. Will change. Изменится. For indeed, the change will be felt. Так как поистине эти изменения их можно ощутить. The multidimensional levels opening. Межпространственные уровни открываются. The energy of your spine will open for greater support. Энергия вашего позвоночника откроется для большей поддержки. Ah, well done. Ага, хорошо получилось. Observe the energy of your feet. Понаблюдайте за энергией в ваших ногах. You have decided that it is appropriate for you to be more present. Вы решили, что для вас уместно быть более присутствующим. And we honor you for that. И мы почитаем вас за это. From the wisdom of the feminine divine. От мудрости божественного женского. In honor of the wisdom of the masculine divine. В почитании божественного мужского. And the unity within. И в единстве этого внутри. In the energy of love. В энергии любви. Greetings, dear ones. I'm Kryon of Magnetic Service. Приветствия, дорогие мои. Я Кryon из магнитной службы. And what has happened? Что произошло? Did we just pass the baton from one box to another? Неужели мы только что передали какую-то кнопочку от одной коробочки к другой? In the process, you hear a female, and now you hear a male. Итак, в процессе вы слышите женское, теперь вы слышите мужское.
And has your mind shifted from one to the other? Изменился ваш разум от одного к другому? Did you draw a curtain, change your energy, and have it open again? Вы что, сначала закрылись шторкой, а затем открылись для того, чтобы приводить или выводить вашу энергию? And the answer is no. Ответ здесь нет. For the energy, the source of the message is the same. Но энергия, источник послания, он одинаков. And the humans who give it may be different. Но люди, которые передают это, они могут быть разными. But the love in which it is presented is identical. Но любовь, в которой она передается, идентична. Identical. Идентична. And so from this side of the veil there is one message between us. Итак, с этой стороны завесы одно послание между нами. I'd like to give you a metaphor, perhaps you will remember today. Я хочу дать вам метафору, которую, возможно, вы запомните сегодня. Spirit gives analogies. Дух, он даёт аналогии. Metaphors. Метафоры. To help you with what is unknown. Чтобы помочь вам с тем, что неизвестно. To help you go beyond that which is what you have experienced now. Чтобы помочь вам идти за пределы того, что вы испытываете сейчас. You've been asked the question, do you wish to play a greater role in universal intelligence? Вам задали вопрос, хотите ли вы играть большую роль во вселенском интеллекте? What is universal intelligence? Что такое вселенский универсальный интеллект? And I will tell you. Я скажу вам. The metaphor is that which you expand the dimensions of your reality. Метафора является то, что вы расширяете пределы своей реальности. You are surviving in 3D. Вы выживаете в трёхмерности. That's all you know. Это всё, что вы знаете. And you apply this three-dimensional survival to your spiritual path. И вы применяете это трёхмерное выживание к вашему и духовному пути. And some of you feel that you have reached the end of that path. И некоторые из вас чувствуют, что они дошли до конца этого пути. Some of you actually feel stuck. И некоторые из вас чувствуют, что они застряли. Some of you feel like you don't know what's next. Некоторые из вас чувствуют, что вы не знаете, что следующее. And again we say congratulations. И опять мы говорим вам. Where you are starting to become multidimensional. Поздравляем, потому что вы начинаете становиться межпространственным. It's uncomfortable. И это некомфортно. All of your life you have learned to prepare yourself. Вы учили подготавливать себя. You prepare yourself for what you do not know. Подготавливать себя к тому, что вы не знаете, что идёт. Let us say you are going to take a trip. Предположим, вы отправляетесь. And you're going to use your vehicle. В путешествии вы пользуетесь своей машиной. And you're going to go to a faraway city. И вы едете в далёкий город. You've never been to. Которого никогда раньше не были. Most of you would then purchase a map. И большинство из вас покупает в эту дорогу карту. And you would follow the map. И вы следуете этой карте. And you feel comfortable in the map. И вы чувствуете себя комфортно в этой карте. It doesn't give you the future. Она не даёт вам будущее. Instead, the concept is this. Но концепция её такова. It gives you what is already known from the map maker. Она даёт вам то, что уже известно тем человеком, который сделал эту карту. Turn left, turn right. Поверни направо, поверни налево. Some of you will take a marker and draw your trip's route. Некоторые из вас берут фломастер и рисуют свою дорогу на ней. And then you sit back. А затем вы садитесь. And now you're comfortable. И вы чувствуете себя комфортно. I'm fine now. Я в порядке. I've taken a marker and I've drawn where я I'm going. Я взял фломастер и отметил дорогу, по которой I еду. I know when I'm leaving and when I'm going to arrive. Я знаю, где я, откуда еду и куда я приеду. I know the stops along the way. И я знаю все остановки по дороге. And I'm comfortable in my survival. И мне комфортно в моем выживании. Because I have a map. Потому что у меня есть карта. And this is how your life works. И это то, как работает ваша жизнь. Even spiritually. Даже духовная. You come to a place like this and sit. Вы приходите в место похожее на это и садитесь. And it helps you to grasp some kind of map. И это помогает вам понять какую-то часть этой карты. And you say, "Oh, I understand." И вы говорите: "Да, я понял." That's what I'll do next. Вот что я буду делать следующим. Oh, I understand. Да, я понимаю. I'll make some shifts and changes. Я сделаю сейчас небольшие изменения. But most of you Но большинство из вас are drawing a map.
рисует карту. It is your survival. Это ваше выживание. But there are a few of you. Но здесь есть несколько из вас. Who sit with no map at all. Кто сидит вообще без карты. Nothing is appearing on the horizon. Ничего не появляется на горизонте. Nothing. Ничего. You're used to having some markers. Вы привыкли иметь фломастеры. Ideas of what's next. Идеи относительно того, что будет следующим. Being pushed and pulled so that you will design your map, know where you're going. Вы их перетягиваете для того, чтобы делать дизайн своей карты, чтобы знать, куда вы едете. Dear spirit, I feel lost sometimes. Дорогой дух, я чувствую себя потерянным иногда. I don't know where I'm going. Я не знаю, куда я еду. Now I'm going to give you a picture. А сейчас я нарисую вам. Of multi-dimensional travel. Картину межпространственных путешествий. I hope you understand the metaphor. Я надеюсь, вы поймете метафору. Pretend for a moment. Притворитесь на мгновение. You are going to another city far away. Что вы едете в другой город, далеко. And you have no idea how to get there. Вы не знаете, как попасть туда. The road represents your life and the timeline of your life. Дорога представляет вашу жизнь и ваше время в вашей жизни. But you know something. Но вы знаете что-то. What you know is that the map is not there. Вы знаете, что карты нет. But the road maker. Но знаете, что люди, которые делали дорогу, has promised to give you very clear direction signs along the way. Обещали по дороге поставить очень четкие, ясные надписи. You might say it's a divine road maker. Можно даже сказать, что это божественная дорога, сделанная божественным. There's no map. Но карты нет. But you're relaxed. Но вы расслаблены. Because as soon as you say, I'm moving forward. Потому что как только вы говорите, я еду вперед. As soon as you say, I am relaxed in these things. Как только вы говорите, я расслаблен в своих вещах. The divine map that isn't there. Божественная карта, которой нет. Presents itself as you need it. Показывает себя тогда, когда вам это нужно больше всего. And the vehicle you get in is your life. И машина, которой вы пользуетесь, это ваша жизнь. And you drive it forward. И вы едете вперед. No map. Без карты. No idea. Без идей. You don't really even know which city you're going to. Вы даже не знаете, в какой город вы едете. And there'll be those around you who think you're crazy. И вокруг вас будут люди, которые будут думать, что вы сумасшедший. What are you going to do with your life? А что вы будете делать со своей жизнью? I know exactly what I'm going to do. Я знаю точно, что я буду делать. I'm going to follow this road. Я буду ехать по этой дороге. Where's the road going to lead you? А куда эта дорога приведет вас? To my goal. Мой дом. And what is your goal? Моя цель. А какова ваша цель? Wherever I'm supposed to go. Ну туда, куда я должен ехать. Well, where is that? А где же это? I don't know yet. Я еще не знаю. You don't know where you're going? И ты не знаешь, куда ты едешь? No. Нет. You must be crazy. Ты должна быть сумасшедшей. I just gave you a interdimensional and a single-dimensional conversation. Я сейчас вам дал межпространственный разговор и единичнопространственный разговор. A three-dimensional human being talking to a multi-dimensional light worker. Трехмерное существо разговаривает с межпространственным работником света. And you close the door of the vehicle, and on you go. Вы закрываете дверь вашей машины и отправляетесь. A smile on your face, being relaxed. С улыбкой на лице, расслабленный. Knowing that the divine road maker knows who you are. Что божественный творец дороги знает, кто ты. And you drive. И ты едешь. Days. Проходят дни. Weeks. Недели. Maybe a month or two. Может быть, месяц или два. Maybe a year. Может быть, год. And you still don't know where you're going. И вы все еще не знаете, куда вы едете. And there are those around you say, "Is it time to worry yet?" И вот вокруг вас есть те, кто говорит: "Ну что, пришло время переживать?" See? Видите? Nothing's happening. Ничего не происходит. And you relax and smile at them. А вы расслаблены и улыбаетесь. I'll know when I know. И говорите, я буду знать, когда буду знать. This is the human who is starting to gain this universal intelligence. Это человек, который начинает владеть межпространственным интеллектом. Trusting in the unseen, the synchronicity. Доверяя в невидимое, доверяя в синхронистичность.
And when you least expect it, и когда вы ожидаете меньше всего, that sign is there. Надпись будет там. Like a sign in the road. Как надпись на дороге. That says, "Welcome, your name goes here." Которая говорит: добро пожаловать, ваше имя вот здесь. Turn right. Поверните направо. And you maneuver your vehicle to the right. И вы свою машину поворачиваете направо. Thank you, divine roadmaker. Говорите спасибо, божественный творец дороги. How many can do that? Сколько из вас может сделать это? Trust that there is synchronicity coming. Довериться, что синхронность она придет. That you don't know everything. Что вы не знаете все. But you have an alliance with an energy that does. Но у вас есть союз с энергией, которая знает. Do you really have to grasp your map? Неужели вам нужно хвататься за карту? Or can you let it go? Или можете вы отпустить ее? Dear Spirit, I'd like to do that. Дорогой дух, я бы хотел сделать это. Then why don't you? Так почему бы вам именно это и не сделать? I'll close with this. И я заканчиваю вот с этим. This is going to work or not work. Это будет работать или не будет работать. Depending upon your intent and your belief. Все зависит от ваших убеждений и ваших верований. You may say that you wish to do this. Возможно, вы скажете, что вы желаете сделать это. And sit there sweating at the steering wheel. И будете сидеть так и потеть у руля. I hope this works. О, надеюсь, это сработает. I'm afraid. Я так боюсь. I'm anxious. Я так переживаю. You're gonna miss the signs. А вы пропустите знаки. Because fear puts you in the dark. Потому что страх, он переместит вас в темноту. Those divine signs are illuminated with your faith. Потому что эти божественные надписи, они освещены вашей верой. I hope you understand the metaphor. Я надеюсь, вы понимаете эту метафору. A depressed human being. Депрессирующий человек. Will not be shown any signs. Ему не будут показаны никакие надписи. Find your core. Найдите вашу сердцевину. Sit in joy. Сядьте в радости. Not having any idea where you're going. Не имея ни малейшего понятия, куда ты едешь. And the signs will be yours. И тогда надписи встанут перед вами. It's the love of God that gives you these things. Это любовь Бога, которая дает вам эти вещи. Потому что мы знаем вас. All the levels know you. Все уровни знают вас. And so it is. И это действительно так.